Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как собирать рунные слова в Diablo 2 Median XL Sigma. Значит, на самом деле здесь рунных слов как таковых практически нету. Здесь каждая руна наделяет отдельно предмет всем комплексом, то есть целым рунным словом. Этот список, то есть описание есть у них на официальном сайте. Я на него дам ссылочку под видео. Сейчас вот мы на него посмотрим. Смотрите, вот. Вот такая страница, тут по каждой руне описано, то есть, притом ее можно вставлять никуда угодно, а вот по конкретному предмету, то есть, вот эта руна именно в этом предмете, в belts, то есть, в поясе, даст именно вот эти вот характеристики. Ну, мы сейчас будем вставлять в перчатки, давайте выберем руну, вот давайте пул, у меня она как раз есть, вставим в перчатки, вот она должна дать, ну, вот это вот все, плюс 2 to all skills, нормально, в общем, будет. Так, только смотрите, у меня, например, перчатки, вот тут в них уже куча всего есть, и, естественно, руну можно вставлять только в серый предмет. Как его сделать серым? Для этого мы покупаем у гида специальное зелье, давайте я вам покажу, в принципе, оно у меня есть, но я еще одно куплю, оно там пригодится потом в любом случае. Так, вот, вот это вот зелье покупаем, вот, и... серенькое. И извлекаем из перчаток то, что в них сейчас есть. Для начала. Потому что оно нам пригодится. Нам пригодится вот этот джевел. Вот. Так. Хорошо. Теперь нам нужно сделать перчатки, чтобы они были серые. Потому что в желтый предмет нельзя вставить руну. Давайте как мы это сделаем. Это делается еще с помощью такого же зелья. Тоже там же покупается. Вот Oil of Renewal. Вот оно нам нужно. Сейчас мы его смешаем с этими перчатками. Оп. Все. Видите, вот теперь в перчатки можно вставлять уже руну. Но в перчатках два сокета, а руна одна. То есть перед руной мы можем заполнить сокеты джевелами. Это очень классно. Потому что здесь джевелы тоже можно крафтить. Ну, мы сейчас не будем этого делать, чтобы не терять время. Я просто покажу вам, как это делается. То есть первый вставляем джевел. Ну, то есть в данном случае у нас два сокета. Если бы это была какая-то кольчуга, где было бы там 6 сокетов, то так же самое. Просто вставляем 5 джевелов первые, а потом в конце руну. То есть, ну, в данном случае у нас только два сокета, поэтому первый вставляем джевел. Вот. И дальше вставляем руну. О, и смотрите. Дала все эти характеристики, которые мы только что смотрели у них на сайте. Вот плюс 2 ко всем навыкам и так далее, и так далее, и так далее. Очень классно. Все, спасибо за внимание. Кому видео было полезным, поставьте лайк и пользуйтесь на здоровье. Хорошей вам игры. До свидания.